В холодные зимние вечера всегда приятно съесть что-то, приготовленное с душой и напоминающее далекое и уютное детство. Сегодня мы с вами приготовим картофельную бабку с грибами и с пшеном. Для приготовления нам надо килограмм тертого картофеля, можно на терку, можно на комбайн. Если будете на комбайн, значит жидкость немножко сливаем. 2/3 стакана пшенной крупы промытой, 600 грамм отварных и мелко порезанных грибов, у меня были замороженные опята, 2 средних луковицы мелко порезанные, 2 стакана молока, растительное масло, на котором мы будем обжаривать грибы и лук. Сейчас мы обжарим лук и грибы. Будем обжаривать их до, можно сказать, румяного состояния, чтоб лук у нас немножко зарумянился. Картофель я переложила вот в такой горшочек для запекания. Грибы и лук готовы. Отправляем грибы и лук к картофелю. Сюда же отправляем пшенную крупу. Заливаем молоком. Солим по вкусу. Перемешиваем. Отправляем нашу картофельную бабку в духовку. Температура 180 градусов на 1 час. Наша картофельная бабка готова. Вкусная, ароматная. И як кажуть у нас у Беларуси, что маем, тым и прымаем. И смачно вам есть.